Баллада о Зигмунде Фрейде и великом советском народе. Причалив с кораблем на рейд, взглянул на мачту и о Зигмунде. После чего он вскоре изобрел свою теорию, что ум у нас идет от части тел. А в это время в СССР народ не то чтобы был сер, но копошился в плавках и в зерне. И словно в драке псих винта порвал на части Зигмунда в отдельно взятой за уши стране. Вот такая вот история, вот такой вот наоборот. Ой, не всякая теория помещается в народ. Когда ж не поместилось, то сразу опустилось все то, что было призвано восстать. Вроде что-то деется, и есть на что надеяться, и видно, а рукою не достать. Но мы ж настырные таки, а что касательно руки, крепки когда-то руку нас доведет. Но этой самою рукой филипит, то не беспокой, подумай о грядущем и пройдет. Ой, да были мы не лопери, и на все один ответ. Счастье есть у нас, а о дури, мир, труд мой, а секса нет. Но вот настали времена, когда накрылась вся страна одной отдельно взятой частью тел. И покрылись всем глаза, и рассказали тормоза, а кто-то даже и о Зигмунде. Надолго и всерьез запутались в проблемах пост. Надо не понять, кто сверху, кто внизу. Какой тут май, какой тут труд, когда тебя весь день дерут, как, извиняюсь, Сидоров козу. Не Альенде, не Альмейде, не Манделе не помочь. Все помешаны на Фрейде, все манделят день и ночь. А ведь, поверь, тогда народ, что мысли все через вперед, и не было бы нас туда-сюда. Все б жили дружною семьей, и каждый был бы со своей во имя мира, боя и труда. Все бы ждали коммунизм, каждый знал, где верх, где низ, кому у нас хвала, кому хула. И мы б на праздниках труда несли бы портреты Зигмунда. А он на них в чем мама, а он...